Очень любим. Держите там и дай!
почему главной проблемой хороших отношений является брак? Ну, потому что когда парень делает предложение девушке, в первую очередь это для нее победа. А у любой победы должен быть свой парад. Юль, ты выйдешь за меня? Начинаем парад в честь победы Юли в отношениях! Открывает его отряд подкаблучных войск! Подвиг именно этих героев не раз ставили пример жениху! Наступая по брусчатке, на параде появляются секретные войска. От первого брака. Неслышной поступью под звуки победного марша появляется мобильный партизанский отряд. Знакомьтесь, Витя Техосмотр, Леха Фальщик и, конечно же, не брать. На параде появляется техника, а это значит подарки на свадьбу готовы. В небе над влюбленными пролетают лучшие годы холостяцкой жизни жениха. И, наконец, все присутствующие на параде встречают бурными аплодисментами верховного главнокомандующего. Он у невесты, без мудрых советов которой жених не мог взять кольцо. Так ты согласна? В репетиции парада принимали участие отряд «Маска» и третья вещь, которая может испортить отношения, это время. Даже история Ромео и Джульетты могла выглядеть по-другому, если бы они прожили вместе 20 лет. Итак, герои вновь встречают вас события, и 20 лет с тех самых пор прошли. Уже между собой Ромео и Джульетта ведут кровопролитные бои. Джульетта! Что? За что меня вывернуло из дома? Заметь, просил я просто, не грубя. Ты бьешь, храпишь и не выносишь мусор. Но после 8 лет, Джульетта, я выношу тебя. Еще ты не заметил, я постриглась. Я заметил. Ты же расплатилась карточкой моей! Ну как тебе понравилось? Конечно! Тебе идут мои 15 косарей! Потише, мама спит! Она устала! 3 дня на поезде к нам ехала! Я понимаю, почему не самолетом! Не может быть так близко к боту, сатана! Хорош! Вопросов нет! Шляпа неплохая. А то мы делали с делами. Ну чё-то ты себе тут запустила? Ромео, я в 15 родила! Ты вообще как в ЗАГСе клялся? Я тебя люблю. Ну извини, я был под ядом. Не понимал, что и кому я говорю. Короче, ты меня достал. Шагай. Ах так? Вернуться друг мой. Подыграй. Случайно во сне ударил! Да что собака не доела? Вот теперь у тебя лучшая подруга! Ах ты скотина! Его ног! Казалось, нет истории печальнее на свете. Но наш Ромео вскоре был прощен. Потом залез он мокрой ложкой в сахар и вновь с позором был отправлен на балкон. И в конце хотелось бы обратиться к жюри. Наша команда очень надеется, что нам удастся взять свое место в 1/4 финала. Дальше мы пойдем. Нам не привыкать. Будем дружить с ними. Спасибо! Сборная команда КВН Центра Союза России «Будем дружить с семьями» благодарит руководство некоммерческой организации «Центральный союз потребительских обществ».
Российской Федерации и лично председателя. Чудо, детки, давайте я ребенку с собой. Вы видите, любовь способна на чудо. Вы же знаете о необходимости поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Вы не знаете, какой пробиотик выбрать. Максилак. Пробиотик с инновационной защитой мира. 4,5 миллиарда живых бактерий 9 видов достигает кишечника в неизменном виде. Пробиотик Максилак. Всего 1 капсула в сутки. А теперь детская форма. Алло. Это как кишечник. И я расскажу вам. Синдром раздраженного кишечника проявляется спазмом в кишечнике и сопровождается затворной или диареей, а также вспотением. Дюспадолин снимает спазм и нормализует работу кишечника. Дюспадолин – ответ раздраженного кишечника. Так, я вам только самое нужное. А нужна духовка. А в духовке холодильник. И все остальное. Рассрочка без первого взноса и переплат. Все в дом. Мощный игровой ноутбук Asus на базе процессора Intel Core i7 всего за 2500 рублей в месяц. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. В его теле скрыты 23 личности. Он явит их миру. В кино с 16 марта. Спит. Когда молочница пытается нарушить план, примите капсулу.